Рубрика с очень длинными лабиринтами. Вторая часть. Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак. Сегодня мы увидим новую рубрику, ребяточки, на моем канале. Я его вам уже показал в прошлой серии. Это очень длиннющий лабиринт. Называется эта рубрика «Найди в лабиринте». А здесь вот такие персонажи, некоторые из них добрые, некоторые злые. Нам нужно найти их всех, мы в каждый из этих лабиринтов зайдем, а кого-то мы спасем, а кого-то посадим в тюрьму. Я отстроил вот такие вот три тюремные ловушки, потому что у нас три злых персонажа: это Хаги-Ваги, зеленый радужный друг и уточка. Вот остальные добрые персонажи — это Наклз, это у нас Бен, здесь у нас Соник и Эми Роуз. Ну что ж, друзья, погнали, погнали, давайте начинать, долго не тянем. Берем пушечки в руки и первый пойдем мы в красный лабиринт. Открываем и заходим. Здрасте, здрасте. О, мороженчик, здорово. Пам-пам-пам-пам-пам, получай. Отлично, надо быть осторожнее и проходить лабиринты. Ух ты, здесь у нас свинка Пеппа. Здорово, свинка Пеппа. Не забудьте, ребят, пожалуйста, подписаться на мой канал и поставьте лайк, если вам нравится новая рубрика. Я еще одну новую рубрику для вас подготовил. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну что, погнали, друзья, погнали. Проходим сюда. Здесь, ну, с балди, ну, а тебе получай. Так, отлично. На-на-на-на-на, давай-давай-давай. Отлично, ребяточки. А кого мы здесь ищем-то? Наклза вроде, да? А, вот он, Наклз, здорово! А, здорово, зомбак! Привет-привет, давайте я отсюда вытащу. А, так, погнали обратно. Отлично-отлично, Наклза теперь. А, давайте вот здесь все закрывать за собой. Наклз, стой здесь, дружище. А я сейчас пойду в следующий пока лабиринт, хорошо? Окей, хорошо, я подожду тебя. Все, у нас еще очень много лабиринтов впереди, ребята. Я думаю, все самое интересное только нас ждет сейчас. Так, следующий — это у нас Бен, ребят, говорящий Бен. Ой, тьфу, я с Беном перепутал, ё-моё. Это непростительно, ребят. Я называл Фредди. Это у нас аниматроник Фредди. Я его Беном называл. Прости, Фредди. Так, все, идем к Фредди, друзья. Вместе с вами сейчас. Так, заходим сюда-сюда. О, Монти! На тебе, получи, получи, получай. Так, давай, 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 вылезай отсюда. Где, где, где? Что? Я в тупике, ребят, я потерялся в лабиринте. А куда мне идти-то? Опа, чика, здорово. А где Фредди? Куда вы спрятали Фредди? А ну быстро признавайся. На тебе, чика, получай, давай, давай. Блин, на меня аниматроники напали. Ребят, а, перезарядка, какая перезарядка, нет. Тихо, отлично, фух, справились. Мне надо будет перезарядить пушечки, а то я... Сижу тут без патронов. Так, отлично, проходим. Куда они? Да где Фредди? Куда вы тут спрятали? Сколько можно с монстрами бороться? Так, отлично, проходим, проходим, проходим. Фредди! Уу, здорово! О, здорово! Фредди, давай пойдем со мной. Я тебя заберу сейчас с собой. И мы погнали. Так, давайте Фредди поставим куда-нибудь сюда. Закроем первую лабиринтик, точнее второй, и отправляемся дальше. И вот сейчас уже наступает, ребят, интересно, потому что это у нас уточка. Во-вторых, она гигантская, кстати. Не знаю, как она там поместилась. Мы должны ее будем посадить вот в эту гигантскую тюрьму. Сейчас погнали, друзья, погнали, давайте. Опа-на, здорово, здорово, мелкий. Хоп-па-па-па-пам. Так, берем меч в руки. У меня вот патрончики очень быстро заканчиваются на пушечках. Так, проходим. Опа, миньон фиолетовый, здорово. Привет. Опа, привет, сосед. Здорово, здорово, сосед. Стой, подожди, у меня пушечек нет патронов. Так, аккуратно. Я, а куда я шел? Я куда шел, я потерялся? Сюда? Я надеюсь, нам сюда, ребят. Потому что я что-то потерялся немножечко. А, где за зомби миньон? Так, наверное, нам сюда. Так, отлично, берем в руки меч и проходим, проходим, проходим. Вон она, ребят, утка. Ё-моё, этих персонажей мы тут не надо, его надо посадить в тюрьму. Так, давай, 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 отлично, поймал. Все, погнали. Так, 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 быстрее, быстрее, бежим, 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 быстрее, пока не смотался. Так, 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 сюда ставим. Все, эй, ты, утка. Чё ты смеешься? Ты будешь сидеть в моей тюрьме, поняла? Все, тебе отсюда не смотаться. Все, мы, ребят, закрываем ее вот такую вот дверь и отправляемся дальше.
Следующий у нас зеленый, радужный друг. Давайте посмотрим. Так, берем пушечку в руки и... Здорово, рук. Здорово. О, а здесь еще и красный радужный друг. Вы что тут, все собрались, что ли? Сегодня. Так, проходим отсюда сюда. Здесь у нас коричневый. А, тихо. Аккуратно берем пушечку. Так, отстань, ну-ка. Это у нас, ребят, какие-то прятки в лабиринте рубрика, потому что здесь... прячутся вот эти персонажи, добрые или злые, и нам нужно будет их найти, так сказать. Но мы уже многих персонажей нашли. Так, проходим, берем. А, вот он, стоп, зеленый. Его надо поймать, а не уничтожить. Отлично, погнали. Так, второго монстра тебе привел, поняла? Уточка, па-бам, зеленый, сиди здесь, понял? Все, зеленого тоже поймали. Теперь закрываем, и мы идем дальше. Следующий у нас добрый персонаж, Соник. Ну что, погнали к нему, его надо просто спасти из этого лабиринта. Так, отправляемся сюда, проходим. Опа, Соник Икзи, здорово, пара-па-па-пам. Стой, патроны. Патроны закончились, на тебе. Так, а у меня есть еще пушки, интересно, помимо этих? Так, о, лук, ничего себе. И еще пулемет. Я сейчас попробую с лука пострелять. Ну-ка, красный Соник, на тебе, получай. Сейчас я из лука вот так вот, вот видите, я вот так вот узкий-узкий, пэм, я попал. Фу, я прям профессионал. Так, на тебе, получай, красный Соник. Перезаряжаем пушечку, идем дальше. Так, о, Соник, здорово. А, здорово. Привет, спасаем тебя, побежали. Так, ребятушки, я вам друга привел. Смотрите, это же Соник. Соник вообще крутой. Если вам нравится Соник, ребят, ставьте лайк и подпишитесь на канал. Вот, Соник вообще классный. У нас осталось еще два персонажа. Это Хаги, Ваги и Эми Роуз. Я думаю, что самое интересное впереди. Погнали к Хаги, Ваги. Опа, на. Черного цвета Хаги, Ваги. Здорово, привет. Так, это, давай, подходи ко мне, подходи, давай. Так, отлично, проходим еще. Зеленый Хаги-Ваги, на тебе. Я, блин, не знаю их по названиям, но я знаю, что красного Хаги-Ваги зовут Скари-Вари. Вот, напишите в комментариях, как зовут красного, ой, черного и зеленого Хаги-Ваги. Так, мы уже уничтожили трех, и нам нужно идти дальше. Опа, здорово, ай, Хаги-Ваги. Чуть не замутузил меня, но благо мы его поймали. И теперь посадим его в ловушку. Па-бам! Все! У меня прям целая, знаете, зоопарк монстров. Смотрите, вот здесь уточка, зеленый радужный друг и Хаги-Ваги. Ну что, ты что, дерешься все еще? Ты что, не смирился с поражением? Ну-ка, стой там. Ребят, охраняйте его, ладно? А мы пока пойдем в последний лабиринт. Это Эми Роуз. А, отправляемся, и здесь нас сразу встречает Амонкас. Окей, проходим, берем пушечки в руки и... Здорово, розовая, так, привет, опа-на, давай, на тебе, получай. Отлично. Отсюда обходим, так, опа, противогаз, тихо. Это, ребят, маска противогазная. Мне нужно перезарядить пушки, патроны. Опа, Эми Роуз, приветик. А, привет. Все, забираем ее с собой, погнали. Так, последнего мы спасли. Закрываем ее лабиринтик и ставим ее к нашим добрым персонажам. Ну что ж, друзья, вот так вот получилось. Мы все лабиринты посмотрели, всех спасли, все круто. Давайте теперь с самого верха на это все посмотрим по красоте. Вот такие гигантские лабиринты у нас сегодня были. Всех спасли, все рады, все довольны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И скоро выйдет новая рубрика. С вами был Зомбак, всем пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью.